С утра и до позднего вечера на объекте трудятся 50 человек. За короткий промежуток времени возведено 3 этажа. Сейчас рабочие приступили к возведению 4-го этажа пятиэтажного дома. Начались и внутренние отделочные работы на первом этаже. Казалось бы, еще недавно на этом участке в микрорайоне ЦАРС находилось старое обветшалое общежитие, непригодное для жилья. А сейчас здесь строится современный многоквартирный дом. К строительству приступили в августе прошлого года. На данный момент проделана большая часть работ. Более того, одновременно рабочие трудятся над внутренней отделкой. Фарон августа мы играем там кушен, фундамент его играет там. Так... А мы уже артека с парами этаж. Кушенс нам даже мы дуешь за дым аже. Штукатура кандарай там фасад этаж. Колтел сетка варам. Сатака нам штукатуркен. Рузгут варам. Подвал то уже штукатурка шкотам. Колтел шкотам. На объекте задействовано 5 единиц техники. Почти все рабочие, по словам мастера, местные жители. Они приступают к работе утром в 7 часов и трудятся до позднего вечера. Все для того, чтобы граждане, которые многие годы стоят в очереди на получение жилья, в скором времени заселились в собственные квартиры. В основном экскаватор, машина там она мешалась. Отделочник, там плиточник, там маляр. Пятиподъездный дом будет состоять из 75 квартир современной планировки со всеми удобствами. Квартиры будут 1-, 2- и 3-комнатные. Габараев подчеркнул, что проблем со стройматериалами нет. Все работы идут согласно графику. Пятиэтажный казар узан. Узан за фаттаж марти 6 квартир. Возьмем 6 югай комнатных, возьмем 6 двухкомнатных, возьмем 6 артыгай комнатных. Строительство нового пятиэтажного дома ведется в рамках инвестиционной программы. По словам мастера, объект должны сдать в эксплуатацию к концу 2021 года. Стелла Бязрова, Александр Кочи, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.